Все, ребят, начинается. Тренирую 4 на 4, а то всосем. Начинается у нас финальный матч. После этого пойдем тренироваться. Итак, за 58 против... Я даже не помню, как называется эта команда. Ну, какое-то не очень приличное название. Состоит она из микса Ниха и Кэмерон. Насколько я знаю, это Кэмерон Смрна из... Из Ирландии. Из Ирландии, с Британии. У него на ESL два там флага. Национальность Ирландия, а страна Great Britain. Точнее, United Kingdom, Соединенное Королевство. А, поэтому будем просто звать его британцем. Можно рыжиком. Хотя я с ним, как говорится, на прогулки не ходил, не знаю. Драка за хэви сейчас будет, не будет. Враги в районе Миги окопались. Поэтому... Наши, естественно, спокойно заберут армор и пошли брать мелган. Это тактика. Это тактика такая. База без гвоздей жить не может. Похвально. И светит он карту. Агент уже пошел драться. Нет, 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 нет. Сейчас предельно аккуратно парни играют. И машина, машина пошла из... дальнего проходика, верхнего. Вторые меги, второй хэвик заберут. Не без дэмэджа для европейцев. 0-0. Вторая минута. Видимо, этот донат дошел и до парней. Что типа, тренируйте тимплей, все дела. Что, на мигу хотят проверить? Но нет смысла на самом деле сейчас. А враги сами вышли. Ворвался бы с гвоздями. Сейчас можно два девайса съесть, если агент на мигу пойдет. А здесь даже все проще оказалось. На сквад 15 секунд. Уже надо быть там. Сейчас анонсер скажет. Колян уже топчется. Так, 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 давай аккуратненько. Хорошие ракеты. Еле-еле на самом деле там на последних хп. Но должен забрать Калюня. Здесь два типа. Хорош. Там должен хэвик и должен агент еще успеть мигу съесть. Ну, начало 8-0, как говорится. Постучу по себе три раза. Ну, то бишь по дереву. 9-0. Ну, сейчас пауэрап. Так, БС атакует. Отлично. Ну, в ответ... Даже комментатор сказал, неплохая реакция. И опасно, опасно. Сейчас арморка, возможно, достанется врагу. Нет, здесь не попасть. Здесь без коли лучше не стреляться. Так, армор уже был. Хорошая ракета от Бейза. Шесть хп, отошел. Но не уходит до конца. Агенту пытался, видимо, помочь. Хотели, видимо, мегу зациклить. Так, врубим мы фоллоу-киллер. Но снова у нас база на экране. Лежит армор. Коля пытается его взять. Улетел в космос один. Там чем-то в глаз ткнули. Я даже не понял. Так все быстро произошло. 30 секунд до пауэрапа. Без ошибок надо сыграть. Роман, донат дело говорит. А еще слабо. Ну сколько там, 15 секунд. База толстая. Можно еще, нет, наверное, хэви не успеть. Зашел Коля, зашел база. Но здесь дэмэджи. Ну все, все идеально. Все идеально. И еще и дэмэдж. Там, кстати, хэви лежит секунд 15. Ну вот сейчас его взял. Ой, как база рылит. Неплохо я его в эстагибе натренировал. Как он рылит. 15-2, хорошее начало. Ну, в общем-то, Comrade Gaming явно как минимум более сыгранная пара.
собственно, 18-2 уже у нас счет, но вот все побили. Есть там у кого-то ноль смертей? У агента одна. Главное, кстати, не расслабляться, потому что так, здесь должен сжигать бейс. И второго сжег. Пошла стрельба. Давайте на агента. Бейс или живой. Но сейчас тотем может прийти в роли агента. Так, надо, да, расписывать. Есть армор, там почти побили. Ну, прыгни. И это фраг. 22-5, следующий у нас. Ой, как не заходят ракетки. Сколько там хп? Ну там 2. Ребята, я угадал, сколько у нее хп. Как говорится, можно стрим выключать. Они недостойны меня. Это черный юмор. Не воспринимайте всерьез. Ну что, квадюлька тоже наша. Смотри, а крысёныш, что у телепорта стоит. Ну вот, так агент уже кот ученый, он пару раз Гюрочку подловил, и он уже без стука не входит. Есть рельса. Но там не могут выкурить лихо. Обороняется он лихо. Я не выпил. Это, опаньки, 26-7. Расходимся, пацаны, нас. Да. Нас. Или меня. Продолжаем карту ZTN. Видимо, счет будет тот, который... Да, 26-7 for C58. Так, агент успеет забрать мегу. Лежит армор. И здесь будут... Нет, здесь свой. Здесь свой. Хорошо. В общем, это доигровка подвисшей карты. Надеюсь, это не из-за меня все подвисло. Так, один пострелялся, бейс понесся к шафту. Все нормально, вторая мега наша. Соперники пытаются хэви забрать. Агент пытается помешать. Бейс ворвался. И сейчас, возможно, армор будет наш. Армор лежит. Да, не пускает. Ну там второй заходит, агент не пускает их. Бейс, по идее, сейчас очень толстый. Мы сейчас и посмотрим. Бейс 300 хп в сумме. Главное это преимущество не потерять. Так, агент там, как говорится, переключил на одного, второй начал штамповать. Ну штамповать сильно сказано. Пипец, бейс. Все пушки перепробовал. Что-то попало, что-то не попало. В конце какой-то сумасшедший рейл. Это в его стиле. И надо второго добить. Опять начало почти в ноль. По фрагам. Хорошая, кстати, ракета там на 80 с чем-то. 15 секунд до квада. Уже один тип. Но здесь сбрили очень быстро бейза. И достаточно толстый Кэмерон. Но здесь не зайти. 3 секунды. Все равно пытаются подковать, но агент, как говорится, почем зря отдался. И квад, и толстый, по идее, Ниха должен сейчас быть. Хороший рейл от француза. Но вот тут же ему на размен в ответ рельсу. И минус бейс, да. Просто квад никакущий.
любой плюшечкой в него, но он сам не пойдет, скорее всего. Только вот на удачу. Кстати, смешно получилось. Убил бейс квадера, и квад прям тут же выпал в Кэмерона. В тиммейта. Продолжает бейс какие-то дикие флики заносить. То из рельсы, то из ракеты. Вот здесь два машингана. Сразу весь мегахелл сдуло. Так, база не знает, что ему делать. Две рельсы. И помогать агенту, но тотем. Причем бейс ультинулся. Так, включаем фоллоу-киллер. Очень важный мега рыл в космос. Второй, третий тоже не попал, но зато вот этот умудрился попасть. Там враг, по-моему, с просветки. И Калюня дерется. Как всегда, неудачная позиция для атаки, для C-58. Но вот на размен получилось сыграть. И 15 секунд до протекшн. Надо забирать мигу. Хэви не будет. И синхронно как-то заходить. Агент чуть-чуть запаздывает. Так, Ниха. Ниха вбрился в бейза. Пауэрап не наш. Второй пауэрап на этой карте. Ниха толстый, сейчас ему пара аптек и в шоколаде будет. Пытаются там зажать агента. Агент убил тиммейта Ниха, но тот отомстил. И пауэраппер. Так, бейс опять пытается стреляться, но в итоге развел француза. Но вот здесь-то как, сколько дэмэджа. И не умирает при этом. И кто там так, это бейс пошел в обраточку. Ну вот 9 хп осталось в итоге. Нихо. Пока C58 проигрывают, но напомню, счет 26-7 в их пользу. По итогам первой карты до, наверное, полос лобби создавалось, все вылетело. Не, я вряд ли был лидером лобби, но вообще, да, может такое быть. У меня реально отключился инет, и, может быть, все повисли из-за меня. Это, конечно, смешно было бы, если это реально из-за меня. Но это можно на записях посмотреть. У меня такая история каждое первое число. Естественно, я не помню, что мне надо интернет этот оплачивать. Отключают прям четко по часам. Благо, я уже кот ученый. Я знаю, как быстренько через мобилку это все пофиксить. И включают тоже почти по щелчку пальца. Короче, история из разряда тех, что внукам рассказывать. Пока C58 никак свою игру в этой одной бесконечной перестрелке не найдут. Сейчас, скорее всего, третий пауэрап будет не наш. Бейс просто пришел, для галочки отдался. И третий пауэрап не наш. Вы смотрите, как все. Ну вот что, какая цель? Ну, агент сейчас может, ну, если попал рейл. Отрывчик-то растет потихонечку. Как же наши любят драться с квадами и, соответственно, с протекшн. Это просто вот... Но повезло, что это ракета там. Ниха даже головой замотал. И агент наконец-то побил его. Включим бейза. Конечно, этот рестарт был не в пользу C58, потому что... Вот опять же, почему бы ракеты не добить? Ну, мне тяжело это понять. Я, во-первых, не играю в Quick Champions. Ну, было еще 4 ракеты. Там просто забивать по гвоздику могилку на этом хэви. Немножко подуспокоилась игра. Поменьше дают фрагов. Ох, как бейза прочекали. Зачекинились.
И какой рел опять. Там не видно, не слышно врага, нет, все равно залетает. Нужны аптеки. Кстати, да, счет действительно подрос. Так. Ну, я имею в виду. Так. Нет. Не понимаю, зачем до конца видно уже, что там струя летит. Хелса нет, пушек. Но пушки есть, но не суть. Так, запаздывает Калюня. Не понимаю там, в кого стрелять. И это будет отданный четвертый пауэров подряд. Да. Ну, я думаю, конечно, Скли выбил этот момент с падением сервака. Включим пауэрайпера. Или он, собственно, закончился. Да, как-то все прям... Агент забирает... Ну, сейчас должны убивать Ниха. Сейчас каждый фраг на вес золота. 24, надо еще 4 фрага набрать. Нашим. Так, у меня опять не переключился ПОВ. Стоят C58 оба внизу. В луже. И непонятно, что делать. И через джампад подловят. Там просто пролетела ракета. Бейс утащит Мигу. Скоро следующий квад. Скорее всего, дело до него все-таки дойдет. Нормально так зашел. Соперничек нужен тотем. Или аптека. Ничего, я понял, нет. Квад еще очень долго. Не совсем понятно. Ну, вот я иногда не понимаю такие действия Бейза. Да, 60 хп. Ну, после него... То есть, зачем вообще идти на этого врага? Причем по очереди. Убили Бейза, убили... агента. И это перед квадом. Но здесь размен. Ниха всех побил. Достаточно толстый остался. Три фрага, по-моему, если я правильно понимаю. Два фрага до победы. Это будет просто прикол года, если это случится. Да, время, по идее, вышло, но, видимо, играют действительно полные 15 минут. Не знаю, не хочется спрашивать, вмешиваться. Так, кто на размене затащит? Бейс убил. Один фраг нужен. А тем тоже один фраг. Или как-то так. Если я все правильно понял. Неудачная у нас позиция. Гиблое местечко. 26. А, 27, собственно. Да, 27 же было. Или 26-7. Нет, 26-7 было. Да, Куки взбаламутил. В общем, Куки, короче... Короче, Куки немножечко сбил.
как я понял, Ниха. И, ну, вроде как GG. Начинается вторая карта, первая с грехом пополам. Закончилось в один фраг, пользуется 58. Раунд begins in 3, 2, 1. Агент на арморе сейчас побежит к ракете или... Да, к ракете. Там я подобрал бейс. Враги уже... Так, бейс пошел драться. Один. Его побили. Калюня второй рокет. Хорош, хорош. И успеть. Так, там опять быстро в одиночку дерется, но удачно. Только что съели армор. И надо отступать, помогать Бейзу. Там он один-один. Враги машнят, хорошие гвозди. Еще немножечко попал. Жестко прессуют соперники. Так. Выход из телепорта заспамлен. Есть один. И второго сбрила. И можно успеть на армор, но, наверное, не пойдет. 58, там слишком рискованно, да. Попытка удержать рокет. Ну, там с гвоздей сейчас будет, видимо, атака. Коля очень смело идет. Совсем, совсем в долг живут. Здесь просто тотемное царство. Мегу забрал, тотемы все распилили, бейза побили. Но вот опять же, Коля, почему не отойти хэви? Ты взял только что мегу. Явно враги не успеют на хэви, двое на шафте. Зачем с ними воевать? Энеми квад. Дохлый квадик, но сейчас, я думаю, он подпитается. И мега для него. Нет, мегу кто-то забрал. Ох, нормально прошафтило. Да-да-да, добил. Так, убили там Ниха. Идет мстить Кэмерон. Как будто нету квадера на карте. Так вот гуляют игроки. Как будто там нет чувака, который у тебя... Ты высунуться не успеешь, тебя сдует. И будет врываться в телепорт. Ох, какие! Сразу... повреждение получил Кэмерон. Так, мы включим... включим агента и фоллоу-киллер. Окопались на шафте вдвоем. Агент дерется тоже, а, собственно, с обоими он дерется и пытается на шафт высунуться. Бейс там в размен, но прям на меге убили. Не стал в телепорт идти агент, потому что понимал, что там будет тотем. Вот сейчас Ниха этот тотем заглотил. И какая ракета обидная, мог там Коля спастись, съесть аптечки, но... воспряли духом. А, кстати, да, по картам у меня там не поменена иконочка. Можно это быстро сделать. Извиняюсь. Так, протекшн совсем скоро. Агент дерется один, второй поворот подали. Если прибавлять ЗТНчики, то это уже очень большой по счету какой пауэр. Но здесь тяжело реализовать. Жизни не дают.
Ну, аптечки, и пойдет все-таки атаковать. Одного убили. Хорошая ракета. Тяжело было попасть в воздухе. Так, у агента 13 хп. Бейс. Очень толстый. Не попасть. Все стены собрал. Пошел в атаку. На 10 хп еле-еле. И чуть на татами не подорвался. Доминги еще 10 секунд. Ни аптек, ничего. Но в итоге тотем. Враг там тотем забрал. Вместе с собой в могилку. Хорош, и об стеночку. Но здесь, да, здесь жить уже дольше было некуда просто. Итак, кучу пользы сделал. Одной ракетой сразу двоим нанес дэмэдж Кэмерон. Продолжает. Кстати, не факт, что он Кэмерон, но мне так больше нравится. Кэмерона. Британец. Или ирландец. Не понять его. Ну что, квад, 5 секунд. Пожалуйста, парни. Хотя бы один пауэрапик. Агент зарядил. Бейс очень дохлый. Дамаги куча времени. Аптеки есть, уже хорошо. Но только не тотем. Это было бы, конечно. Так, топчется Вайзер. В спину. Так, мигу. Не удалось утащить. И арморка. Ого, вот это пучочки. И вот этот машинган. Вот это машинган, я хотел сказать. Хороший шафт, но 16 хп, конечно, там. Так, что у агента? Агент тут дерется с Ниха. И Ниха сейчас заберет мигу. Благодаря этому кваду достаточно неплохо по счету теперь все происходит. Оторвались немного. Нужен обязательно тотем. Здесь сразу два, подлечило. Но агента побили там. И машня от Бейзес. Машинган вдвоем зашла. Атака, убили. Успел дэмэдж нанести. И минус двое. Одного забрали. Бейз идет на меге отдаваться. Но Коля ворвался. И мегу заберет. Очень важная мега. Здесь надо убивать. Все, не жилец там уже. Эними Бейс дерется. Коля сейчас должен помочь. 10 фрагов примерно отрыв. Хорош. База вовремя ворвался на подмогу. Три секунды, агент, собственно, у нас на экране. И кто заберет? Ниха! Как так вышло? Агент просто мимо проходил. Ну, собственно, видимо, поэтому... Потому что он просто мимо проходил, он ее не взял. И надо убегать. Надо, да, мошнить, кусать. Воу! Не понимаю, куда и лезут стреляться, но это, да, это любимое национальное занятие — драться с пауэрапперами. А чё вдруг? 32-26, уже счет до неприличного сократился. И продолжают там размениваться, причем всегда в плюс фраг у европейцев. Но вот сейчас вдвоем забрили. С двух сторон нужна помощь. Агент красава с шотганкой. И второго в два смачка. Так, выходит Бейс. И в спину агент помогает. И там еще тотем. Там Кэмерон. Что ж ты делаешь, Коля? Ну, кончились, видимо.
Здесь еще и мега сейчас будет толстый. Кэмерон 37-30. Очень плотно. Так, наши на шафте. Держит 20 секунд квад. Снова размен. Бейс должен убивать. Ну вот что, сейчас квадик. Мега есть. Ох, как атакуют Бейза. Хорош, принял на шафт. Мало осталось. Ой-ой-ой, что же это получилось-то как неудачно. 40-33. Вроде бы все, фраг. Но вот здесь, да, можно было, конечно, это же квад. Но вот сейчас опасно, опасно. Фух, кто это такой красавчик? Калюня, но на миге. Камерне его убил. Так, ну здесь по-любому фраг. А отрыв опять сократился. Бейзич расписывает ракетами, но помощь пришла. Агент пришел мстить, одного точно сдует, второго как повезет. Нет, второго об стены. Второй, точнее, об стены разместил. Так, агент врывается на шафт. Шафта нет. Все, взял. И пошел. Пошли воевать. Справляться. Как выжил там? 2 хп осталось у британца. Очень жесткий размен. Просто ни себя, ни врагов не жалеют. Так, что происходит? Нету пушек, агент отдался. При таком счете так лезть, конечно, не стоит. Но нужна ракета. Агент пошел опять, просто так отдался. Потому что база не помогал. Просветки нет. 45-42. Так, хорошая ракета и в спину. После рокет-джампа. Так, ну, 3 секунды. Убили одного! Бейс забрал. 48-44. Пауэрап просрали, потому что позиция была очень плохая. Ну, фактически просто стоял, надеялся на чудо, что никто не придет. Что, как говорится, повестка не придет. Так, агент неудачно нарвался. Там нервяк какой, смотрите, у британца. Все трясется, дрожит. 48-45, 2 фрага. Шафт отдан, там Ниха высовывается, хамит. Армор наши взяли. Так, очень жестко спамят. И сейчас на бейс убил. Так, Калюня, аккуратней, здесь все в тотемах. Хороший шафт. Второго тоже подбрил, тут же пошел драться до конца. Естественно, сейчас помрет. Но бейс, по-моему. По-моему, бейс, да, набрал фраг. Короче, как всегда. 50-48, 50-49 было на стене. Ой, умора. Сейчас карта руины, по-моему, будет. Да. Начинаются руины. Третья карта. Приз, ну, это отборочные, а в финальной части $1500. И в прошлый раз было 4 команды, то есть тот, кто прошел в плей-офф, собственно, уже были в призах. Но не знаю, будет ли в этот раз, сколько будет команд. На турнирах по Quick Champions там очень часто вообще ничего не понятно. Хороший фраг. Размочил счет.
И бейс уже в районе армора. Подставился обидный агент, лезут. Непонятно, вот иногда я такие действия, конечно, не понимаю, но правда мне тяжело. Явно худшая позиция у Коли, и вот он лезет с шафтом. То есть с шафтом же надо еще попасть, много, долго попадать. Бейс тут вбривается. И это ж, ребята, не самые мощные стрелки. И здесь обидно, не попал. Но я думаю, сейчас добьет. Там уже спину в спину. И грамотно бейс отошел. А агент там постраховал. Правда, агент сейчас там один остался. Бейс будет ждать, я думаю, следующий армор. Какой же бессмертный-то. И минус двое наших, и толстенный Ниха. 15 секунд квата, это все перед квадом. Бейс неожиданно ворвался, сприл. Там... Так, ну агент подоспеет. Так, а что происходит? Так, агент забрал. Ярмурка, очень вовремя. Теперь бейс должен дать инфу вайзерам, где враги топчутся. Так, один на меге. Нечем стрелять. Есть, нет, есть рельса. Думал, не было кули рельсы. И второго не услышал. Нет, успеет квадом нанести дэмэдж? Нет. Сейчас армор. Там уже рейлят. В ответ. Самое интересное, Кэмерон умудрился еще бейза зарейлить. И опять вот просто как детей разводят. Одни играют плюс форвард, другие играют плюс бэк. И наши лезут. В таких ситуациях, в таких проходах, в которых, грубо говоря, ну, у тебя явно нет преимущества по позиции. Ты получишь больше дэмэджа. Рассчитывать на стрельбу, что просто перестреляют, ну, как бы, чувак просто за стенки уходит и все. И... А потом еще и второй подходит. Здесь отлично агент сыграл, но он достаточно толстый был. И надо дожидаться. Так, там уже идет враг. Ничего не попал. Агент. Ну, ничего страшного. Есть у него стек для того, чтобы на протекшн зайти. Надо одновременно только врываться. Так, ворвался бейс. Не понимает, колен куда стрелять. Но минус двое. И толстый он остался. Это самое главное. Не понимает, Коля, откуда машнят. Сейчас надо минус двое делать. Не попасть, но бейс догонит. И хэви. Помнит агент. Здесь нежданчик такой. Мегу забрали враги, но Коля сейчас может еще на последних секундах протекшн отыграть. Все там... Сбрить врагам. Надо добить эту халяву. И набирать отрыв. Сейчас первым хэви. Ну что, будет лезть опять? Ну вот опять. На секунду потерял концентрацию. И отдался. Агент, хотя вроде бы мог просто пойти на армор. И сыграть от контроля. Лежит мега, сейчас ее заберут враги. Есть рельса. Не попасть.
Ну вот, менее все-таки выгодная позиция была у агента. Прыгал он на джампаде, подставлялся, но... Как бы, ну... Там тоже не лох на дорогу. Как говорится, на другом конце провода. И 15 секунд доклада. Насколько готовая. Домиги времени вагон. Она никому не поможет. Ракеты не заходят. Так, один enemy. Так, бейс выжил, это самое главное. И еще одного убил. Так, а кто? Бейс. 15 хп, есть мега, есть аптека. До армора. Так. Я неудачно пушку. Есть же много шафта. Еле-еле на 14 хп выживает. Лежит армор. И армор может достаться. Так, лежит этот квад. Бейс пришел с триболтом. Что-то попал, но тоже наполучал. Агент с гвоздями мстит, но 3 хп и минус 2 наших. До всего она сейчас далеко. Соответственно, после миги уже на протекшн. Надо будет занимать позицию одной из команд. Так, здесь никто рейл не заносит, но бейс там на подмогу пришел. Чекает карту Кэмерон. Взял он все часики. Так, а здесь... Здесь протекшн уже. Забрал ее. Энеми и красивый дабл сделал. Как-то у двоих украл. При этом еще и армор. Так, сразу мстить за бро. Драться с протекшн. Тонну дэмэджа бейза там вообще, я думаю, ничего не осталось. Так, дерется там, по-моему, агент. Ну да, не переставлял он ника. Или ниха. Так, сейчас мега должна быть скоро. Следующая и хэви потом. Ну нет, на хэви уже не успеть. Британцам мега есть. У агента там размен, лежит армор. И кто успеет, первым агент. Здесь могут зажать и сжечь. Да, вдвоем. Там дэмэджа неплохо, конечно, нанес. Включим базу. 3 хп. Неплохо это, мягко говоря. Не тратит просветку бейс. Тем временем у нас разрыв сократился до 4 фрагов. И, ну, как-то так. Ну вот так вот на аркаде наши сейчас затаскивают. На 2 хп остался агент. Причем после взятия тотема он словил еще кусок ракеты. Без тотема его бы убивали. Хороший рейл. И кваду надо готовиться. Не знаю, помнит ли наш про квад. Мега очень вовремя. Главное, чтобы сейчас не украли этот квад у нас. Кому-то там на 100 залетела плюха. Так, а откуда тип? Кошмар, ребята, какие наши толстые были. Какие они были толстые. Кому-то там еще на 100 хп зарядили. Но вот сейчас могут. Здесь же кто-то. Так, здесь. Смешно было. 5 фрагов отрыв, но...
Так, там бейс, что ли? Бейс. Как говорится, буквально спас ситуацию. Так, класс закончился, и с двух сторон, ну, на размен. Один одного, потом замстили. Пошла совсем уже дикая аркада. 7 фрагов отрыв. Лечил сам себя британец, в итоге бы все равно перестрелял, но замстили. Так, что там у Бейза? Бейз РСОЙ светит карту, враги очень далеко. И непонятно, откуда ждать подставы. Но вот, да, лучше на арморке сохраниться. 41-33, 9 фрагов. Агент своей любимой протоптанной дорожкой ходит стреляться. И уже с двух сторон зажимают. Дэмэджа много нанесли нашим. Ну вот сейчас, да, сейчас уже вышли. Ой, протекшн. Бейс пошел длинным путем. Должен успеть. Агент там снизу помогает, и бейс, по-моему, второй пауэрап просто вытягивает ситуацию. Убил одного, убил пауэрапера двумя рельсами. И здесь уже, наверное, да, здесь, я думаю, все понятно. Можно наших ребят поздравить. Но, ребят, два пауэрапа последних, они были вражеские, но бейс всех убил. Поэтому 50 на 50. 16 фрагов, 15. Я думаю, не отыграют, конечно, европейцы. Хотя здесь с такими-то тотемами грех не побороться. Нашим надо сделать 3. Ох, как бомбануло у британца. Заполыхало. Это когда 5 тотемов бросаешь. 2 фрага. И да, вдвоем ищут. Я думаю, бейс сейчас пойдет стреляться. GG, 3-0, первая карта немноженько корявенькая, но тем не менее 3-0.